В Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялся региональный конкурс межвузовских студенческих предпринимательских и социальных проектов «Энактус России». «Энактус» — это международная организация лидеров бизнеса и студентов, реализующих бизнес-проекты. В конкурсе участвуют 72 тысячи студентов из 36 стран. Казанский университет является базовой организацией для мероприятий и программы «Энактус» в Республике Татарстан. С приветственным словом на конкурсе выступил проректор по инновационной деятельности университета Дмитрий Пашин. Сегодня знаковое событие для студенческого сообщества нашей республики, нашего города, потому что сегодня мы впервые проводим региональный конкурс, такую уважаемую организацию, как «Энактус». То, что она делает, идет в тренде того, что начинаем делать курс в своем университете, то есть переходить на проектно-ориентированную форму обучения. В региональном этапе приняли участие команды Казанского федерального университета, Набережно-Челнинского института КФУ, Казанского государственного медицинского университета, Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма и Международный колледж сервиса. Команды представили свои социально значимые и предпринимательские проекты. Победитель регионального этапа представит свой проект на всероссийском конкурсе организации «Энактус». Артем Тупичкин, Леонард Влетьяров, Универньюз.